Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Пришла коляда на пирот раз-два, пришла коляда на пирот раз-два. Добрый вечер, шодрый вечер, добрый вечер, шодрый вечер, добрым людям на здоровье. Пришла коляда на пирот раз-два, добрый вечер, шодрый вечер. Солнце на лето, зима на мороз. В народе это время особенное, святки. До сих пор спорят о том, откуда же пошло слово «коляда». Одни говорят, что это имя языческого бога. И все-таки другие утверждают, что слово пошло от латинского «календа», первый месяц календаря римлян. Как бы то ни было, а все-таки это самое волшебное время – Рождество, святки, колядки. Дорогие друзья, добрый вечер! Мы, как всегда, рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Вечер действительно особенный. Святки, колядки. И я думаю, что мы будем готовить что-нибудь необычное, конечно же, праздничное. Чем же удивит нас сегодня наша замечательная Елена из Полочины? Давайте ее пригласим к нам. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Степановна! Ну что, время действительно необычное, время волшебное. Святки-колядки. Что будем готовить мы к нашему праздничному столу? И действительно, говорят, колядки – добрые святки. Наелся, напился, да на палатки. И действительно, в один из главных праздников народного календаря мы с вами сегодня будем готовить очень вкусное и сытное блюдо котлеты по-белорусски. А так. В нашем регионе, в Полоцком, они называются смакалыки. Смакалыки. Снова необычное название и какое-то интригующее. Откуда вы берете вот такие необычные блюда и такое удивительное название? Ну, знаете, догадаться, наверное, несложно, потому что после такого долгого поста самые скромные блюда казались очень вкусными, то есть дуже смачными. Отсюда и пошло название «смакалыки». Да, действительно, говорят, пришли колядки, готов блины да оладки. Ух ты, смакотище! Особенно вкусно будет тем, кто действительно соблюдал этот строгий пост со смирением. Вот они-то и почувствуют вкус вот этого вот сытного блюда, я думаю, да? Да, действительно. Итак, из чего же мы его и как готовить будем? Для приготовления этого блюда, а это блюдо не очень простое, нужно будет потрудиться для того, чтобы его приготовить. Нам понадобится куриное филе, печень. Вот сегодня мы возьмем куриную печень, но можно и говяжий заменить. Яйца, лук, сметана, зелень. И из вот этих ингредиентов мы попробуем сделать очень вкусное сытное блюдо. Ну, Елена, как я понимаю, что нам не помешают лишние руки. А помощник у нас, конечно же, наш замечательный Евгений. Без него нам никак. Я думаю, что мы все вместе справимся быстрее. Итак, Евгений, ждем вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Рады вас видеть, как всегда! Евгений, у нас опять предстоит творческая работа и достаточно сложная, потому что блюдо, как называется, Елена? Смакалыки. Вот какое экзотическое и интересное название. Блюдо сытное, у нас же святки-колядки. Пришла коляда на пирот раз-два, добрый вечер, шодрый вечер.
Готовы помогать нам? Ну, конечно, готов. Итак, Елена, распределяйте обязанности. Ну, поскольку это котлеты по-белорусски с очень интересной начинкой, то давайте начнем с начинки. И я попрошу вас, Степановна, порезать печень. Печень. Я, как всегда, возьмусь за лук. Ну, а вас, Евгения, попрошу отбить куриное филе. А я знаю, что там есть особый секрет филе. Вы будете, наверное, отбивать, как и в прошлый раз отбивные, наверное, на фольге или можно еще в целлофане, да? Очень удобно через пищевую пленку. Вот, замечательная подсказка. Будем наблюдать. Приступим. Печень нужно резать мелкими кусочками, да? И можно еще через мясорубку, я думаю. Да, можно и через мясорубку. И затем мы эту печень будем обжаривать с луком. Так. А чтобы работа спорилась, можно и еще колядные песенки попеть. Бачу, бачу, бабу каля печи, ножика мае, ковбаску крае. Бяры баба ножа вострага, ды врэш нам сала толстага, ды бяры вала за рага, ды вынось нам вялікага-вялікага пирага. Ох, какая громкая у нас музыка. Елена, а может быть, вы какую-то песню нам споете вашего Полоцкого региона? Именно колядную, колядку вам споете какую-нибудь? Под музыкальное оформление. Большим удовольствием. Ну-ка, попробуем. Ну, я думаю, вы мне, как всегда, поможете. Я с удовольствием послушаю и попробую поучаствовать. Эта песня пелась в то время, когда колядовщики ходили от двора ко двору и так пели эту песню хозяевам. Угу. Ой, колядочки, блинные ладочки, ой, колядочки, вы барджей, барджей, принесите у блины дрожжей. Ой, колядочки, не спознитесь, ой, колбасочки, опуститесь. Нравятся вам колядные песни? Да. А может, вы какую-нибудь колядочку нам споете, нет? Или вы только мастер готовить вкусные блюда в ресторане пивоварни «Лямус»? Ну что ж, только я осталась, да? Сейчас закончу с луком. Да, и у меня все готово, в принципе. Можем все выкладывать на тарелки. Угу. И отправлять Женю. Печень нужно обжарить на масле вместе с луком. И затем смешать со сметаной. Это будет наша начинка. Я думаю, что вот таким вот образом, да, печень мы переложим аккуратненько сюда. Ой, колядочки, вы худшей-худшей, блины, оладочки, святки, колядочки, ух! Так, все готово у нас. Так, лучок. Евгения отправляется на кухню. Что еще нужно? Зелень потом, да, нам? Сметана и яйца. Для того, чтобы обжарить и смешать все это. И получится у нас замечательная начинка для наших котлет по-белорусски. Под аплодисменты провожаем Евгения на кухню. Подборные аплодисменты. В эти дни по деревне начинали ходить колядовщики. Обряд колядования возник в глубокой древности еще в дохристианские времена. В основном в нем участвовали молодые ребята 14-16 лет. Колядовщики переодевались в вывернутые кожухи. Перевернутый мир считался миром наших предков. Хозяева дома с нетерпением их ждали, веря в то, что если колядовщики придут и исполнят весь ритуал, то в доме в следующем году будет счастье, благополучие, здоровье и согласие. Обязательно носили звезду, символ солнца. Белорусы верили, что их звезда помогает настоящему солнцу победить тьму. Ведь только после активного колядования и ношения звезды день начинал увеличиваться, а ночь сокращаться. Так начинался новый солнечный цикл, а вместе с ним и новый аграрный год, который обещал приход тепла, света, пробуждение плодоносной силы земли. Поехала коляда с конца, у конец коляда, колядица моя. Коляда, колядица моя. Приехала коляда до Андрейки у двор, коляда, колядица моя.
Коляда, колядица моя. Андрейка господар, чем богатый, дарить коляда, колядица моя. Коляда, колядица моя. А тепшонкою, тижонкою, коляда, колядица моя. Коляда, колядица моя. И вон, околядовали, гляжу. Да, начиночка готова. Готова. Вот эта замечательная так. начинка. Я хочу напомнить, что это печень порезанная, лук обжаривается, смешивается со сметаной, конечно же, добавляются специи. И мы будем начинять вот эти замечательные куриные филе вот этой начинкой и делать котлетку. Давайте. По-белорусски. Давайте попробуем. Ой, ой, вкусно пахнет. Пахнет печеночкой. И очень необычно, потому что очень редко встречается, когда такая замечательная начинка именно с печенью. Ух ты, ну действительно сытное блюдо, праздничное, святочное. Ничем не нужно заматывать, ни шпажкой прокалывать там никак, да? Попробуем-ка и мы, да, Елена? Ну, Елена-то, наверное, уже специалист у нас. Она привезла нам это замечательное блюдо. О, Евгений, положите мне тоже вот такую красивую отбивную. Так. И порцию какую, вот, пожалуйста, вы мне тоже тут предложите. Как? Солью сначала посыпать, перчиком, наверное, тоже, да? Вот как готовится это праздничное блюдо. И теперь начиночку. Пробуем. Ух ты, так, сюда. Вот. Ну, будут оригинальные, разные котлетки будут, правда? Да, зато будет видно, кто какую котлетку сделал. И еще одну можно завернуть, так? Евгений, а ходили ли вы когда-нибудь колядовать? Знаете, мне не приходилось. Ух ты! А вы знаете, вот вы можете нам позавидовать, потому что мы с Еленой в детстве тоже ходили и колядовали. Я наряжалась козой и водили там и медведя, звезду рядили, такую колядную. Колядовщиков, как правило, могло быть неограниченное количество, но среди них должны быть обязательные персонажи. Впереди шел дед, символ белорусского рода, глава любой семьи. В обрядовом действии дед – глава группы колядовщиков и руководит всех ими действиями. Чуть позади шли коляда со звездой, коза, механоша, парень с мешком, куда складывают гостинцы, и цыганка. Могли быть в колядной процессии маски и других животных. Чаще всего это были медведь или аист, но по важности ни один из них не мог соперничать с козой. Считалось, что с помощью этого животного можно изгнать из двора бесов, а также рассчитывать в следующем году на хороший приплод скота в хозяйстве и плодовитость крестьянской нивы. А мы не одны идем, мы козу с собой ведем. А где козочка? А мощь? А ну, козочка, расходись, а добрым людям поклонись. Во-во-во, коза, эо, не коза, поле, чистому поле, Белорусы верили, что коза обладает лечебными свойствами. Кого ударит, кого поднет, тот в новом году будет здоровым. Но вдруг в конце песни она падала замертво. Горе хозяевам, которые не могли задобрить козу и всех колядовщиков. Колбасы шматочек. Как не вынесли мы дверки, мы сейчас только нас с цукеркой. А кто такие хорошие? Хай насыпи гроши. Ой, дякую, что уротовали козочку мою кормилицу. Приступися близко, поклонися низко. Господару, як пану, господинцы, як малинцы.
Евгения, мы вас обязательно как-нибудь пригласим куда-нибудь на колядки, да? Елена, к вам на Полочину. Я приглашаю на Полочину, Женю. Я согласна. Очень хорошо, спасибо. Ну что же, с песней у нас дело спорится, и все у нас с вами готово. Я иду жарить. Да, Евгений уходит. Он знает, конечно же, что нужно яйцо, панировочные сухари и обжарить котлеты. Куриное филе отбить, положить в него фарш и свернуть в виде котлеты. Обмакнув ее во взбитое яйцо, запанировать в сухарях и обжарить. Довести до готовности в печи около 10 минут при температуре 200 градусов. При подаче к столу полить растопленным маслом. В качестве гарнира можно подавать жареный картофель, овощи и горошек. Елена, а я думаю, что самое время спеть еще какую-нибудь колядочку. Я уверена, что есть что-нибудь интересное, необычное у вас там на Полочине. Есть. Так? Я думаю, что у вас тоже есть, потому что ни одна коляда не обходится без главного героя. Козы. Без козы, так, конечно. Я сейчас теперь... предложу вам вот такую песню. Го-го-го, коза, го-го, шерая, поклонисятка, расходисятка по всему двору господарскому. Где коза ходит, там жито родит, коза ногою, жито копою. У нас тоже есть, существует несколько песен, но самая распространенная для козы, тоже коза, конечно же, падает, ага, и просит, чтобы козе дали её сало, всем, или да? На кожаный рожок пирожок, и, конечно, колбаски. А песня звучит так. Го-го, коза, го-го, шерая, поклонись складно, повернись сграбно. Всякий хозяин стремился щедро наделить певцов за песни пожелания. Частые песни колядки заканчивались требованиями одарить гостей. Гэты гости нечастые, у гадочек только разочек. После получения подарков от хозяев основной ритуал считался завершенным. Но благодарные колядовщики предлагали и другие развлечения. Например, цыганка принималась гадать, а ворожба в колядные вечера имела большое значение и была весьма разнообразной. Девушки и женщины гадали и о суженом, и о счастье, и о здоровье близких, и о многом другом. Последним колядным днем считалось 21 января, когда почти все повсеместно отмечали проводы коляд. И шла коза по ляду, и шла коза по ляду, коляда, коляда. Рассыпала коляду, рассыпала коляду, коляда, коляда. Наколядовали. Готовы наши смакалыки? Ну что, начнем пробовать, Евгений? Давайте попробуем, конечно. Запах. И выглядит, мне кажется, очень красиво. Я уверена, что сытное и вкусное блюдо. Ну что, смачно есть и всем. Дякую. Жадаю вам так само приемного аппетиту. Готовьте сами, готовьте с нами. Настоящее рождественское блюдо. Ну что, Евгений, я уверена, что вы обязательно возьмете это блюдо в копилочку своих блюд ресторана-пивоварни «Лямус». Очень вкусно. Возьмем обязательно. Ну вот.
Дай вам, Боже, усяго доброго тоже. Дай вам, Боже, усяго доволі, а бяды ніколі. Дорогие друзья, я искренне приглашаю вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Здесь, в народных традициях, вы можете попробовать белорусские национальные блюда. Всегда рады вам в ресторане-пивоварне «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.